Хёрле жуда салынжи йывыш чиргиве пинде шичер сагрывон экемы шулдаху бартна. Пурына геле чудайрай ингек сиксе духна. Йывыш чиргиве шулым явзы илне. Пинде сагржыр прем шулда ялгы шук шибе шене чиргю лартны паала. Чиргю чанне херых шиджи метр шули жинже жакна. Сарлак жебе чиргю вунулды метр даранах пулна. Ватызем галанна торых колокольнинах барт машкан пили кулды километрдан леса дуна. Эта колокольня даже видно ее с города Пильны. С Пильны даже, даже с поселка Пильны, Нижегородской области. Некоторые сюда приезжают, говорят: батюшка, хотим посмотреть ваш храм. Почему? Потому что у нас, говорят, ваш храм, точнее, ваша колокольня видна. Панъекунта ялгалах келеренше марда шурине пуштарныне аван оставать. Кирбедеше марда ярзан волшири пулать. Педжеккана завод сыршиве хиринже вырнашны булны. Унчух неги кирбечрень кубаланы чиргю панъекунта пирин умра. Второй предел, который у нас есть, это честь Николая Чудотворца. Он потом начал пристрой уже, как мы называем, теплый пристрой, в 1880 году, честь Николая Чудотворца. И полностью завершен этот предел в 1882 году. Вот, открыта также была здесь школа православная, двухклассная. И храм существовал до 1936 года был открыт, и школа сама была открыта. Шак чергюре та заборны шла Михаил Самсонов Войгуна. История такова, то, что он служил на два храма. И в Раскильдино был, и Благочинный округа был, и директором школы был. И здесь, отсюда его и забрали. Места лишения свободы, где он там в 1942 году скончался. Михаил Ате юлашки гунезени иртерни чух, матушка батне абачимишпе щебущ ыйтса щируяна. Анчахта матушканда шыби евыр болна. Вол енчекне уладыра илзе жидереймень. Шул шинче матушка узал жухышлы шинзене тюльбулза щерекене. И вот она является нашим месочтимым святым, как Петр и Феврония, потому что и он новомученик, и матушка тоже вправе называться новомученицей. Также пострадала невинно за Христа. Вот. И теперь, конечно, могила его неизвестна, но мы знаем хотя бы место нахождения, где он пребывал, где он скончался. И мы его чтим и почитаем его как угодника Божия. И на шарах чергюрей тура гильдона Кирилл дада Михаила тизень вильды прибор. Но маях полмасть ерей Кирилл Еремеевын твани земде дубанна. В прошлом году связали с его внуком. Он нашелся, вот, и хотел узнать, говорит, есть ли такой у вас священник, иерей Кирилл, и есть ли у него здесь могила. Он говорит, есть, и он приехал сам сюда, посмотрел, убедился. Теперь у нас с его внуком, который живет в Москве, очень хорошие отношения. Переписываемся, и он, я к нему уже в гости ездил. Второй священник, священник Михаил. Его мощи нетленны. То есть, когда переносили мощи, то есть, многие свидетельствовали, священнослужители, кто копал, видели то, что его мощи были нетленны. А еженедельно у этих крестов совершали литию. И когда мы совершаем литию, многие приезжают, удивляются, что там батюшка делает на улице. Сходило, мимо так множество людей. А когда уже узнают, потом сами уже приходят даже зимой тропа к этим могилам, не зарастает, как говорится. Он всегда к ним молится. Вот, дай Бог, это наши тоже молитвенники за Красночитайский район. Максим Ате палартнадырых пенде тухырчар сагрувондых рымшылда чак чергюре тазабурн шла Николай Чудотворец предел несова планы. Потом уже в 1994 году храм уже осветили в честь воздвижения Креста Господня. Вот это предел. Хотя наш храм назывался Воскресение Христово. У нас даже вот икон даже есть. Вот если там есть, получается, когда вы ходишь из этого предела Воскресения Христова, говорит то, что он раньше был, а когда заходишь в этот предел с другой стороны, там икона Воздвижник Христа Господня. То есть как бы заходишь в храм Воздвижник Христа Господня, а выходишь, как бы это история, то, что это бы называлось в честь Воскресения Христова. Вот. Так что у нас считают, что 26-27 числа можно служить как два престольных праздника.
Совет саманынче хирле чудай чиригивинче пионерзен щурче, Сбербанк, спортшколе, тогда пожар хурали былны. Чергю школин история тарын. Николай Отец Передонов, херли чудари чергюре шлени джух, чергю школьне аван ерцебына, школда пугани театре адаланна. Меньбур чергю уяви зинже, тада ыты мероприяти зинже де, школа джезембе, спектакль ларца пугани театрне шюлли шаящик лене. Шель булинде, пурнышра азар пизер сексе дугасыне маларах плеймень. Патюшка журтнен, пужар явзе ильзень, пугани театрне шилайман. Паэнхикунда чергю школе к На какие-то мероприятия, пасхальные, рождественские, православные, балы, шумеры, которые приходят сюда, ездим, воспитание у нас под основой подохваления идет. Подарок от батюшки, акция, с прошлого года делится на 4 части, то есть на 4 учебной четверти. Первый этап – это когда священнослужитель каждому учащемуся дошкольного и школьного учреждения даем, значит, ручку, тетрадку каждому. Второй, значит, этап, первая четверть, вторая четверть уже начинается, изучающим основы православной культуры и первоклассникам всем дается православная книга. На этом году у нас планируется молитвослов. Планируется молитвослов на церковно-славянском, на русском языке, чтобы дети изучали элементарно молитву «Отче наш», «Царю небесный», «Всему верую». Третий этап – это у нас когда Пасха. Это тут уже шоколадное яйцо. Шоколадное яйцо каждому, тоже учащемуся. Они сами могут нам приходить в воскресную школу и приходить на рождественские и другие воскресные службы. На Рождество Христово у нас по благословению митрополита Варнава служба разделена. Многие храмы служат ночью. А Рождество – это детский праздник. Это лана в городе, значит, приходит с семьями и так далее. Можно, если реально возможно, приехать на троллейбусе. А тут и ни автобус не приедешь, не увидишь. И некоторым и может и лень даже приходить. И бояться ночью приходить. Поэтому, исходя из этого, мы разделили две службы. Всеночное бдение в 16:00, как обычно, любая всеночная служба. А литургия в 8 часов утра. И после литургии маленький концерт для наших прихожан от воскресной школы. А детям, достигшие до 15-16 лет, всем подарки школы. Сладкие подарки. Значит, в прошлом году мы ввели четвертый этап. Это у нас школьники, которые закончили с отличием с 5 по 8 класс, то есть была реальная возможность поехать по святым местам Чувашии. Вот. Дай Бог, чтобы в этом году эта программа все будет полностью реализована. Во-первых, детей заберем без оплаты. А если они будут ездить по Чувашии, мы их будем кормим там, в столовой, там, или в монастыре, или в храме, там, куда повезем. Вот. Дай Бог, чтобы в этом году, конечно, вот это у нас полностью четвертое парализовалось. Все это делается на наши средства приходские или же меценатские. Если мы хотим посещать, то есть Чебоксары, то это Покровско-Таинский собор, мужской монастырь. И по уже приезду обратно домой, Красночитаю, мы можем заехать, значит, мужской монастырь Александр Невский. Там источники есть. Можем поехать в Алатырь, там по возможности. Да? Лука Святитель, батюшка Балычинь Валентин Феликсович, воину Ясеницкий был нам. Мене жаран вылу герме юратна. Анчах тавыл шинзене сывада сыже суйлазы ильне. Нумай жул хирургерия ишлене май, гнойная хирургия монографию шутагларна. Валентин воину Ясеницкий, частязах тюнтеми би ирдеген диспут сенже худшинза наукари атеизма хириш пулна. Шакна бельзень иннокентий епископ тухтара патюшка булмайтна. Тухтар нумай шухушла задыман, келишне. Шидес вырзарныгун она диакондуна. Теберенерен ерей булна. Лука Святитель иконы республики Беди Прегана. Чамбата она кельдума, херли чудая, ну май жингелеть. Многие эту икону и святого узнали после того, как говорили, пусть говорят, программа вышла. Но многие даже и до этого еще знали. Его было жизненное писание. Раньше сам даже министр здравоохранения СССР Чазов писал по его трудам,
по его трудам писал себе докторскую диссертацию, которую замечательно защитил. Врач, хирург, хороший, достойный проповедник, очень более 1000 статей у него. И когда эта икона сама была предназначена была для, для Марийской республики, для Марийской там, епархии. Вот один из священнослужителей Казанской епархии, значит, написал икону, приложил туда частицу мощей, вот, приложил, значит, туда, ну, вложил сюда свою любовь. Вот, ну, и так получилось, что те, кто хотел приобрести эту икону, которую он готовил, они, ну, кто-то телефон у них то ли потерялся и так далее, ну, связь у них пропала с ними. Связь пропалась, и промыслом Божьим они, значит, созвонились, встретились со мной, и эта икона уже в окладе, писанная, то есть написанная хорошим иконописцем, является нашей месточтимой, так, святыней. Херля чударей чергюн иконостасне Чуваш республикин тават явишли художники Анатолий Данилов. Тада худу чилищенде в ренеген земюгерне. Большинство икон все написаны с помощью вот, местных также педагогов, которые внесли свой вклад в это развитие. Дай Бог им здоровья, конечно. И чтобы наши, те жители Красночитайского района, которые находятся уже в Чувашии, за пределами Чувашии, чтобы также свой вклад вносили на восстановление, ремонтно-восстановительные работы, конечно, прихода. На следующий год у нас будет 215 лет нашего прихода. Конкретно этому храму 215 лет. К этому юбилею мы готовимся, хотя бы сделаем, хотим снаружи колокольню и внутри какую-нибудь сделать какие-то реставрительные работы, потому что это, ну, колокольня в этом нуждается. Приглашаю вас пройти, значит, на 47-метровую колокольню. Вот, так что у нас возможно помощников Алексей, Кирилл. Меня валдан чургю шулле булны, аван булна. Меньшин дезен чанзамбеща пса чургюзем шихуну тытма булдарна. Вот, мы сейчас стоим, скажем, на самой высокой точке Красночитай. Больше этой точки, наверное, у нас и нет таких зданий. Вот. Здесь видно вся, как на ладони, весь практически наш прорайон. В каждом храме висели большие звоны, колокола, набаты. Но в свое время они все потеряли свою негодность, потом разбили и так далее. У нас были здесь колокола, вот, но они тоже от старости лет, вот этот треснул колокол. Значит, другой тоже раскололся даже. Вот. Третий колокол у нас, значит, тоже все они пришли в годность. Люди хотят, чтобы колокольный звон звенел, чтобы у нас, как говорят, кто живет, не слышит колокольный звон, тут меньше даже болеет. Но у нас мы как бы заменяем в будущем, конечно, вот, на 2015 год юбилей все-таки планируем взять хотя бы малый набор колоколов, чтобы трезвон звучал хотя бы не этими тремя газовыми баллонами, а еще и звучал еще и вместе с газовым баллоном хотя бы и этого маленького корабельного колокола повесить, значит, повесить, значит, нормальные небольшого размера колокола, что они также могут заменить. Вот так что сейчас продемонстрирует Кирилл. Попробуй, позвони. Как у нас переслуживаемый набат, какой мы делаем. Звони, звони, дайте. Далеко слышно, и даже самый отдельный, значит, по размеру распилитый газ, кислородный баллон, он дает свою тональность. Вот. Дай Бог, мы на сегодня все это сделаем, прям божеский вид, и уже будут реальные колокола. Но это Божья помощь, Господи, благослови, помоги нам. Колокольня, конечно, требует ремонта, как и многие другие такие объекты, и совместно с нашими, так скажем, главой администрации, с нашими местными депутатами и
меценатами, как-то худо-бедно стараемся поддерживать всем миром наши колокольни и наши здания. Пигель программан пулдарулы хушканя хирра джудай джиргю историнджи палырдулы саматне курча. Ибергенню гун шинетне камагана худай ачиш. И позже. А вы на берегу кинули? Долго работал. И тут. Служба земер тернедюх чергюре илемле хор юрлать. В день репертуаринче церковно-славянский чельхебе еч вошла юрзем ганамар грек чельхебе дебур. Митрополит Варнава 29 сентября отправил в этот храм указом своим, то с этого уже, считается, дня у нас храм открыт практически ежедневно с 9 часов утра до 4 вечера. Это уже стабильно. Вот. И сами здесь с супругой, здесь с матушкой живем, матушкой Татьяной. И здесь наши вот дети ходят в школу, в садик. То есть полностью мы здесь ожились. И владыка, я помню, когда служил у нас первую свою литургию после того, как мы назначили сюда настоятелем, говорил: служить здесь долго и до смерти. Но дай Бог, когда смерть придет моя, я не знаю, но дай Бог, чтобы она пришла в старости и быть мне в старости праведником. Некоторые говорят: ну ты, батюшка, зазнался. А вот теща у меня, мать Алевтина, она праведница. При жизни праведница. Тот человек праведен при жизни, у кого есть правнуки. Херли джудай райнинже кракшир майялинже саваплы шилгуш бур. Волкунда малданах тапсадана. Анжак та шилгужа бурала залартма пилик шилгай лашу хушлана. Маларах кунда евиш валашкаба катка булна. Веземи жильзе анзан пластмас тарбаба тимир катка вырнаштарна. Еги бинде бонным шилда шарах полный жил. Педим ял джинезем жакында ширинме жюрезе. Митребе, кабидунда, подигнечиш, турца. Келледе гинзе, келледе жопчик, когда хашан зенджежил. Вот он историю бити пузык. Бат кызем итларах пылешин дегалазын дартма. Ебер жамрксен, бире галазын дартма. Ебер мана жаппар бит бирин жамрксен. Да. Уштармала жираган гирлда хавчан бит бар писатель бирин бутра. Бир завраган. Камада болин токмалан де бирин. Сен бит меня. История жерзавыма. Ял бушланды чок, не хур дейш, ватты зенгалатчик дейш, малданах. Жемеш шамады? Ой, онды, бак кыршамдалах калар бұлмала, бір бабушка лазым дәк кыршагында. Шакварына саваплама егивенде вон вишимыш жылда Кырла жуйхен шермежінде Максим Атсебе Амбросий Гумен келінем. Егивенде вон нымыш жылда юнажар тапса драган шылгүстем типсияларына. Шак шылгүш кына упранзуыны. Мы с отцом игуменом Амбросием осветили этот источник, осветили поклонный крест на источнике. По предложению Елены Федоровны, главы сельского поселения, ее приняли предложение. И по истории этого источника говорилось о том, что многие здесь, почти каждый двор, брали отсюда воду. Брали, и самое главное заметить можно, то, что этот источник выбывает на восток. Ведь источники, они очень редко выбивают на восток. Когда на запад большинство. А те источники, которые выбивают на восток, они всегда более целебны считаются. И даже когда делали
исследования этой воды в Сибирске, кто говорит, что там много-много всяких минералов, которые полезны для человеческого организма пивать. Но некоторые люди, которые или с похмелья, или же кому хотелось просто утолить жажду, приходили сюда, и им потом употреблять после этого спиртного не хотелось. И они, вот, и, конечно, это, признать это никто не захочет, но как-то друг другу передавали. Так что и после этого совместно с людьми, которые здесь было около 40 человек, как назвать честь неупиваемой Божьей Матери источник, все согласились насчет этого. И честно, теперь у нас, я считаю, что у нас источник неупиваемой чаши. Многие сюда приезжают, берут свою воду, и чебоксарские, дай Бог, чтобы вот эта помощь этого креста, который из-под креста выходит с этой воды, помогала и покровительство Божьей Матери, честь неупиваемой чаши, чтобы Бог спасен, сохрани, помогай нам не совершать много грехов и исцеляться от пьянства. Хирл чудай районенчи хуражаш ялинчи черги история вон закрыма шамерде вышла нать. Пиндежи черотма закрыма шулда чергиве шулом гыпсыльня. Тебер шулданах ялхалых тырышныве чергиве кискевого траха борца хирлоречене худаяна. Асла телех воржевого денче туракель думалый журда шель былинде хупма дивне. Воржевого денче хыщененде школ был захуц, школ туза худаяненде школ. Худая раза школ, но мы еще уши школ, а чизем врензе бурнна вот. Чергюй неги с ней, юнажар варначна пандяк ялинджей нельзя гильзя лартна. Неги с ним тоже чав бегих инди киви, неги с инди чав малдан лартна, неги с хыщен инди он ее задна, чав школу вагадинджи, еб каштах истории дыр чав школ директоре перен Роза Филипповна Тарашный бен делал, директор да шлинчух не вот, еб его кшинзем галаны бе, вол юзатарны чав негизе, вот, уна юзатарны гышнынде, вот, чавын бек тыдын зады дженде, шульди мені земінде, шерзен мабышлар іш кіршы земінде, ебрышевна майлаштырза, ергелезе, вот, халі сырлаза, чавын бек халі, чавын бек чүргенде, тыца, туру полышны бе, майлаштырза тыца, тарас чедет бірінде. Шак чергю вырыненде школ болны вғытра старысты намышы де шагында ішлене. Амышне полыжас телевбеш, выл частызақ шагында келзе жүрене. Бұрына келе, шак вырында чергю дыва сайдыва шеклезен, выл старысты болма келішне. Шанбек, сымақ пужар дешінде, шак чергеве тузая мала дезе. Первайынден часовне ушмала шуғышлар ішпек. Вот, еп шутары мінде кыштахины шым болмала. Пужар надып та халық педе хыда полужать полезе шударом, но полушма полужащенде, но каштах мендерехенде, енышшим, но все равно ничего, враган майлаштарза, тузапырат паренде, карененде, отец Амвроз енде пиленебе, ебер карымыр перен митрополит, шубашкар митрополит жебатне варнава батне, вот, Пилихильменде, пилих паджал, жа Египенде, сакрым шулда перембатне килзегаре, шак шурда малданынде пахсаду хревал веш падембех, вот, шак шурда, шак ева шурда, вал усрав ра, шавнбек пасмазар туза, шинерен тузема пилеренде, пасмала мардере, вот, шак менех, нигезинченех, шинеце, лайх, падембех туза, я мала дере, нимде мен думала мара вот, а так шутаны ченде шинрем мен думала нде, вол белени бе, митрополит хайгельзе бахсадух не бе, вара, шавн бек пили хильзе гельде ме бенде, вара, шав пили хыщен нде, шавнда, шаганда шлеме бушларам вара. Амбросия те пили не бе чергевею заган ушкан шубашкар да дачи ваш митрополитче варнава батне пихилиль мегайна. Я пили хпаджал, шав Египенде сакрым шулда перембатне кильзе гаре, шак шурда малдан инде пахсаду хревал веш падембех, вот, шак шурда инде, шак ева шурда, вол усрав ра, шавын бек пасмазар туза, шинерен тузема пилеренде, пасмала мардере, вот, шак менех, негізінченек шинетсе, лайық, педембек туза, ямалла дере. Ялғалы хитрышнебе чергеве ергене кертне. Иконы зембе службы иртерме керлі ябалазине ильзе хуны. Егебінде, вон вещимы шулдан, де митрополит, чеваш митрополит Жеварнава, перен чергеве кельзе, освятит туза баджи, тазатса бадженде, вот, шавын банди халперен, вон беліккемеш августра шак чергеу жылны,
Вече жол болать. Куленьхи бурныш раз тарсы каменщик полза шлить. Анчах тачага чергеве полушса бума чермандармасть. Еп хам шуре дебенде шлеме, хам стройкара шледеп, каменщик полза шледебенде. Вот халь анчах рахандебе, ну халь тимже жолданде Владимир Гонжа шлезе бурндамде халь, кильденде кашта халь, объект подерднее кашнанде, кильде бурнадап кашта халь, шене объект ушса баречененде, шаунбек, вот малашнеде вот шаг шлем бузан где шамбек шлемега за жюрезе шлезе гильзе шамбек вот шаг шурда шинецет уза пыраскеле шамбеге хенде менжухле полушма болдарны бенде вот чергевегер за них кабр иконостас коронать у нас староста шинеце илем летня шамбеге шаг чергеве юза сышре ну май выгирле иконостас майлаштарзам там ренде вот алтарди мензене денде урайзененде епшамрак сенбе майлаштарды мачи зене жамрық сенбе жапырмыр, сшені зененде вагонка жапса, илем летрімірінде, онда иконы зен, беделай, хитре, урай зене жамбе күпшиват тұрмыр веш, беделай, гінде алтар беделемлі, вот, шак шал енженінде, шене цеду забырас келет, вот, пәдембек ет, ол енженде, вот, негесіне бремешінде, негесіне берін женетмелі полностью, вот, негес хүшін, вот, шағы сшені зене, илем летсе, кирбишпей он да, вот туру хай пилезе баны бе хай мле пилезе барат, ша он бек илемле туза пырас келеденде, ша туру хай билене бе, туру тазам же билене бе, вот лайк туза пырас келед. Шак перен жүрге шиче куполлы булмала, ша шиче купол не девенде веш хубарца, ларца илемле дес келед, вот шиче куполлы жүрге, шак тавралыға веш, илем гүрзе дадырчевал, халықта, тебір ғуткалас келеденде ұнан ұлға кірзе, шак шүрі турын шүртіне келзе туру бабырлі қалашса, турыран мен керіліне етсе білзе, бұрне дейлізеді мала болчыр челзен, сывлы кезен болчыр, вот шак чергеве. Нумай-нумай халық шүреген пұлдарыс келетман.